На второй день кровопролитных боев морские пехотинцы сумели вытеснить северокорейские войска из Сеула. Учитывая, что скоро им на помощь прибывает еще одна дивизия, можно надеяться, что мир и стабильность вернутся в регион. Почему одних смерть минует, а других забирает с собой? Я так и не смог найти ответ. И все-таки смерть приходит. Рано или поздно. Когда теряешь больше 6000 людей за 4 часа, очередная смерть становится просто цифрой. Мой лучший друг погиб, а остальное было неважно. В глубине души я жалел, что погиб он, а не я. Погибшие отдали все свои долги. А живые должны платить по счетам. Сегодня мы прощаемся с рядовым Уильямом Робертом Айвенсом. С человеком, служить с которым было честью для меня. Суть жизни в том, как сильно она влияет на жизнь других. Если это так, рядовой Айвенс останется для нас одним из лучших. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Call of Duty Advanced Warfare. Атлас, Арлингтон, штат Вирджиния, США, 24 июля 2054 года, 9:30 утра. Тип скелета, специалист, щит, овердрайв, стимуляторы. Его будет помнить семья, друзья, соратники и народ Америки. Ну что ж, дорогие друзья, давайте почтим память павшего друга. Прости, Митчелл. Уилл был одним из лучших. Знаешь, мы своих не бросаем. Если тебе Простите, нужно... Простите, рядовой Митчелл. Я Джонатан Айронс, отец Уилла. Мистер Айронс, мы скорбим вместе с вами. Я уверен в этом. Митчелл, вы лучший друг Уилла. Вы оба пожертвовали для страны слишком многим. Это ужасная трагедия, сэр. Не просто ужасная, сержант, ненужная. Сынок, я хочу дать тебе второй шанс. Мистер Айронс, Митчелл уволен в запас, его раны... Я знаю о его ранах, сержант. У нас в Атласе есть протезы, которые появятся в армии только лет через 20. Уилл говорил мне, какой ты солдат. Ты заслуживаешь место в армии, которое достойно тебя. Подумай. Уилл не мог умереть зазря. Сержант. Корпорация Атлас. Джонатан Айронс, президент и исполнительный директор. Погодите-ка. Джонатан Айронс? Айронс? Это же... Ладно. То есть он Вы его сын? Ах, вот оно что! Ё-моё, я думал, чё он так ко мне расщедрился-то, раздобрился? Кэмп Дэвид, Мэриленд. Итак, у нас протез новый, офигенный, боже мой, какое качество. Вот сейчас при этом освещении игра выглядит просто божественно. Просто божественно. Посмотрите на этот автомат. Я даже остановлю камеру, чтобы качество было получше на ютубе. Это прекрасно. Ну что же, погнали. Так, всех троих валить? Ладно. Отлично. Еще один готов. Чёткар, подходим к кухне. Чудесно. Второй у меня что? Давайте заменим. Так. Ребятки, ребятки. Окей, отлично. Мы нашли его. Пресс-центр Южное Крыло. Понял, Пророк. Мы зашли. Пророк? Митчелл, кидай сенсорную гранату. Вау. Так, последний. Отлично. Чисто.
Да, вот это классно. Вот это реально классно. Хотя, конечно, я могу пожаловаться на текстуры, на любые другие текстуры, кроме главных текстур. Текстур персонажей, текстур оружия, взрывов. Вот эти вот... Ладно, хорошо. Вот эти вот пол, как бы стены, правда, смотрятся... Вот посмотрите на это. Ну, как бы дешево. По сравнению с остальной графикой, это довольно-таки дешево все-таки. Ну, за счет этого, я думаю, и обеспечивается слоумо! Круто. Чуть не прибил заложника. Все чисто. Господин премьер-министр, мы спасательная команда Атласа. Можете назвать свой код? Зулу Танго. Окей, пожалуйста, пригнитесь и держитесь поближе. Ладно, сынок. Пророк, посылка у нас. Двигаем к выходу. Атлас 01, отходите к северной подъездной дороге. Вас понял. Уводим его отсюда. Это что такое? Вижу дронов на заднем дворике. Пусть пройдут. Воу. Враги у вас это много. Вали их. Ух ты! Что такое? Что-то протез глючит? Ну, круто, всех завалили. Я думал, этот жив остался, ничего, нормально. Отлично, отлично вообще идем. Просто шикарно. Так, ребят. Где вы вообще идете? Что за туфта? Подождите, почему они не идут? Ребят, вы чего? Я же вроде всех завалил, Джокер! Гоу. Короче, господи, вон же еще у нас. Так, спокойно. Вот, веселуха наконец началась. Наконец у нас началась веселуха. Так. Так, кто-то справа еще у нас живой. Это ты и есть. Отлично. Пошли. Вперед. Мы так тихо ходим, что я когда бегаю, даже все равно они не замечают. Окей. Не стреляй, пусть пройдут. Хорошо. Это прям стандартная фраза последних Call of Duty. Не стреляй, пусть пройдут. Помните, сколько раз Прайс нам это говорил? Вот бы старых героев с такой графикой вернуть, а? Вот это было бы клево, реально. Тут как бы неизвестные ребята. Подходим к северной подъездной дороге. Как у нас с эвакуацией? Транспорт идет. Ждите через минуту. Придется нам здесь окопаться, пока за нами не прилетят. Ой, боже мой. О, черт! Стимуляторы? Что за стимуляторы? Подождите. Броня, что ли? Или урон? На подходе. Пошли. Ой, мамочки мои, это наши? Это за нами. Митчелл, заводи премьер-министра внутрь. Окей. Да что такое? Фак. Опа. Митчелл, болван. Симуляция окончена. Ты покойник. Я так и знал. Отказ техники не оправдание. Лучшее оружие у тебя между ушей. Работай. Перезапуск симулятора. Все вернутся на стартовые позиции. Это все его рука. Я знал, что рано. Эта рука стоит больше, чем все, что здесь есть. Как там мой мальчик? Набирает обороты. Ладно, работайте. Это отличный солдат. Грустно, когда армия отказывается от таких людей. Прыгай, устрою тебе тур. Печально.
Но, судя по вообще всем трейлерам, которые у нас были до игры, этот Айронс самый как раз-таки злодейский злодей. Вот он, комплекс Атлас. Джокер, мы везем Митчелла в лабораторию. Подготовь симулятор. Будет сделано, босс. Да, красиво, конечно. То, что ты видишь, новейшее оружие. У Атласа самая большая армия в мире, но мы не служим никакой стране. Мы не правительство и не скрываем своих возможностей. Мы не политики. Мы сила, суперсила для найма. Частная военная корпорация. О, круто. Сила — это не только разрушение. Атлас создал целую инфраструктуру Кореи, Сьерра-Леона, Нигерии. За несколько лет мы делаем то, на что у властей уходят годы. Суть в том, что часто мы более эффективны, чем те, кто нас нанял. Мой сын в этом убедился. Ну да, точно. Вот он говорит о том, что его сын погиб. Ну, да, черт возьми, он его сын. И, как всегда, наверное, это приведет к каким-то кошмарным последствиям. Он будет мстить за сына и захочет уничтожить, возможно, даже правительство США. Кто знает. Митчелл, знаю, ты здесь не ради денег. В этом ты очень похож на Уилла. Теперь займись рукой. Ну, естественно, ты будешь играть на моих чувствах к погибшему другу, засранец. Как же иначе? Какое же у них все белое, ё-моё. Ладно, сюда. Ну, пойдем. Айронсу ты понравился. Ха. Ты нос не убирай. Ну, еще бы. Стоп! Его Гидеон зовут. Не, конечно, знал, что будет чувак Гидеон. Мы разработали два типа экзо, штурмовые и специальные. Каждого есть основные и дополнительные функции. В штурмовом есть усиление прыжков и пищалки для работы с толпой. В специалисте, что сейчас на тебе, встроен щит, есть функция овердрайва. Господи. Техники тебя ждут. Почини эту штуку и иду ко мне. У него нет липсинка здесь. Как это кошмарно выглядит, как он ртом шлепает, как рыба. Иди внутрь, Митчелл. Да я понял, Гидеон. Ну что, Гидеон, приятно познакомиться. Гидеон. Прикольно. Почини свою руку, Митчелл. Видите, липсинка нету. Черт. Не могли Гидеону липсинк сделать, засранцы. Здравствуйте, Митчелл. Посмотрим, что там с этой рукой. Пожалуйста, подойдите сюда. Пройдите и поместите руку на стол. Окей. Так, сейчас прогоню несколько тестов. Какие-то у них странный Попробуйте интерфейс. Попробуйте пошевелить рукой, пожалуйста. Чуть-чуть подстроим. Подождите. Хорошо. Еще раз. О! Кажется, я вижу, в чем проблема. Еще раз, пожалуйста. О! Так лучше. Ладно, все в порядке. Но я советую еще немного повозиться, чтобы все откалибровать. Ну, это так точно нужно. Так, ребятки. Спасибо. Где Гидеон? Гид! Тезка! Пойдем на стрельбище. Пойдем. Ух ты! У него штурмовой экс. У бедолаг нет ни шанса. О, свалил его. Давай. Все, с ногами уже запинывает его. Такие гапарины накинулись.
Не, смотрите, сейчас нифига себе раскидал. Смотрите-ка, раскидал. Красава. Да, все. Уделаны. А, ты даже знал, что я досмотрю? Хорошо. Кстати, я так и не нашел, как включить субтитры. Очень странно. Снова тут, Илона. Пытаешься что-то доказать? Мне стараться не за... О, ну конечно, девушка. Конечно, у нас будет девушка. Ладно. На твоем экзо установлен овердрайв. Используй его, чтобы получить тактическое превосходство. Батарея овердрайва садится очень быстро. Используй его с умом. Когда так. Будешь готов, займи позицию. Овердрайв у нас на какую кнопку? На двойку, может? Не знаю. Начинаю тренировку. Первый раунд. Используйте овердрайв. Слоумо! Нифига себе! Вот это клево. Да, слоумо, это классно. Второй раунд. Быстрей! Есть. Что ж такое-то, а? Овердрайв. А, фак. Случайно попал. Так. Давайте, давайте. Перезарядимся. Третий раунд. Круто. Очень круто. Так. Все? Все? Всех? Всех поймал? Тренировка завершена. Оценка отличная. Еее. Жалко, все-таки в одну попал эту синенькую. Надо потренироваться с разными типами. С гранатами вроде есть ачивка какая-то, но я не уверен точно. Может и здесь есть, не знаю. Хотя... Готовы снова запустить симулятор. Угу. Вас понял. Мы с Митчеллом будем через минуту. Хотя оценка отлична, в принципе. Что еще нужно? Хорошо. Возьми гранаты и давай на исходную. Ты можешь так. Переключаться между типами гранат на ходу в зависимости от цели. Включи пульт. Гранаты взять где мне? Ну, я могу здесь... А, не меня... Почему-то не взяты вроде гранаты. Подождите, они должны отображаться на оружии, как... такие голограммки. Почему-то странно. Ну, ладно. Ага. Кидай сенсорную гранату! Ладно. Выстрели сквозь стену, чтобы поразить все мишени. Переключись на Эми, чтобы уничтожить дроны. Свет, Эми... А, вот как это работает. Интересно. Метни смарт-гранату и держи прицел для наведения. Сенсор, я думаю, это... Подождите. А, вот так вот. Нет, подождите, как же мне это сделать-то? Повыше, наверное, надо. Стоп. Смарт-граната. Тактической гранаты не осталось. Ладно, давайте возьмем. Сенсор, свет, Эми. А что смарт тогда, я не понимаю. Удерживайте G и нажмите... А, вот оно что. Все, я понял.
Так. Вот оно, смарт, контакт. Это другие типы гранат, осколочная. Вот смарт граната. Ага, все. Хорошо, повторим, теперь всерьез. Все, понял. Так, ну, хорошо, ладно, начинаем. Начинаю тренировку по метанию гранат. Сенсор. Надо было сенсор сразу кидать. Так, теперь Эми. Использую сенсорную гранату еще раз. Смарт туда. И туда. Летальных не осталось больше. Ладно, мы еще одну кинем. Тренировка завершена. Оценка. Хорошо. Отстой. Нормально. Не-не-не-не-не, это не круто. Пройдем симулятор еще раз. Это не круто. Вон у них очки тут. Митчелл 1500. Илона у нас, конечно, круче всех. Ладно, я понял. Ну-ка, я еще раз могу? Да, могу. Начинаю тренировку по метанию гранат. Сенсор ЭМИ. Так. ЭМИ нужно. ЭМИ. Смарт. Да блин, что ж такое-то? Тренировка завершена. Оценка отличная. Неплохо. 1700, я практически Илону побил. А где тогда моя ачивка? Начинаю тренировку по метанию гранат. Сейчас мы еще раз попробуем. ЭМИ, сенсор. Так. Да что ж такое-то? Тактических гранат уже не осталось, блин. Тренировка завершена. Оценка хорошо. На, ладно, хрен с ним. Пойдемте дальше. Ну, отлично я уже сделал. Просто гранатки довольно быстро кончаются. Илону побить сложно. Да. Крутая девчонка. Не зевай. Айронс будет наблюдать за тобой. В этот раз веду я. Собирайся. Угу. Окей, давайте возьмем что-нибудь. Что у нас здесь? Это у нас глушачком. Это у нас... с тепловизором, да? Неплохо. А, нет, стоп. С тепловизором это то, что у меня было, по-моему. Лифт. Стоп. Вот. Вот с тепловизором. Ух ты! Классная тема. Мне нравится. Так, и... А это что такое у нас? Я не знаю, что это, но это какая-то зверская штукенция. Давайте возьмем. Здесь у нас снайперка еще есть. Офигенно, возьму снайперку. А тогда вместо тепловизора я возьму что-нибудь. Усилитель цели. Вот это вот. Да иду я, подожди, дай оружие выбрать. Гид. Джокер, мы поднимаемся. Переключи симулятор в режим штурма. Вас понял. Мы готовы. Они даже... Подготовка режима штурм. На этот счет сделали диалог. 3, 2, 1. Ставим. За мной. Ну чё? Вот и они. Так, на 12 часов. Используй овердрайв. Ох ты! Ну это вообще будет, конечно, космически. В овердрайве.
Ах ты, ну что ж только два патрона-то, а? О, по хедшотам вроде завершил. Что такое? Так, сейчас мы... Сенсор. Сенсор пошел. Вот так. Давай. Дави! Отлично. Почему не пробилось-то? Я же выстрелил сквозь этот горшок дурацкий. Еще кто-то у нас, а, вот. Отлично. Блин, не вижу его. А, все уже, готово. Ладно, вместо снайперки, наверное, стоит... Что у них тут? АК? Ну, конечно, АК-12. Да. АК-12 что-то меня не впечатляет. Штурмуем! Я в кухню. Круто! В овердрайве! Заряжай! Хорошо. Есть. Надо было с кулака его. Надо было его с кулака. Окей. Давай же! Ух ты! Я думал, он ваншотит с кулака. Оказалось, что нет. Ладно, хорошо. Так, отлично. Давайте сменим. И сейчас мы... Хотя лучше, наверное, с этим. Он отмечает сразу. Он сразу сенсорный. Заряжай, блин. Овер выключаем. Отлично. Ах, эти еще двое, да, точно. Сейчас из спальни. Вдруг из маминой спальни. Ололо, пыщ, реальнее. Готов. Там еще один. Что такое? Птицкая сила. Сейчас. Спальня у нас любимое место, блин. Я думал, что это свой все время бежит. Я думал, что здесь параллельные, блин, комнаты, и тут свой у нас. Тут у нас за стеночкой. Ага. Да, блин! Так, штурмуем. Хыча! Прицел. Сейчас еще кто-то отсюда должен выйти. Нет? Странно. Мистер Президент, мы здесь, чтобы спасти вас. Ваш идентификационный код? Альфа, Зулу, Танго. Код принят. Держитесь за нами. Вперед! Атлас 01. Внимание! К вам направляется большой отряд противника. О, боже мой! Используй Эми. Ну, вроде как использовал. Фух. О, классная штука. Митчелл, используй штурмовой дрон. Дрон? Хо-хо, слушайте. А вот этого не было. Да ладно, вот это халява. Вот это халява, а. Вы гляньте. Давайте, засранцы, попадите по мне. Вот это халява. Кто-то еще меня обстреливает, мать его. А, вон. Ой, машинка целая, нифига себе. Ууу. Шикарно. Все, ноль угроз. Все нечисто, продолжай движение. Да. Это шикарно. И очень читерски. Пошли. Go, guys. Вперед, Гидеон. Прикольно.
Приятно, блин, познакомиться. Мы приближаемся к северной подъездной дороге. Нужна немедленная эвакуация. Вас понял, Атлас 01. Транспорт на подходе. Не останавливайтесь. Резиденция внутрь. Хоть на этот раз, продолжайте. Go, Mr. President. Поехал, поехал. Руки на дороге. Понял, Атлас 01. Высылаю птичку. Будет у вас через минуту. Слушайте, классная пушка, мне нравится. Только надо бы припрятаться немножечко для пользования этой пушкой. Используй щит! Щит? Щит? Вау! Экзощит! Нифига себе! А стрелять-то я могу с помощью этого крутого экзощита? Нет, не могу. Так, мне нужна Эми. Все, Эми пошла. А чё? Так я не понял, почему дрон-то не свалился? Тихо! О, боже мой, граната! Фух. Еле ушел, мать его. Так, тихо. Спокойно, спокойно. Так, у нас смарт, контакт, осколочная, осколочная. Используй смарт-гранаты! Ладно, хорошо. Смарт. Есть. Еще пошла смарт. Ух ты. Вот это круто. Раптор вообще молодец. Окей. Окей, 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 окей. Все. Тренировка окончена. Похоже, теперь у нас есть оператор. Он скоро будет, сэр. Он готов к реальной работе. Отлично, сынок. Я рад, что ты в Атласе. Пожмем же руку сатане. Так, ну, посмотрим на наши достижения. По-моему, по хедшотам я там все сделал. А, нужно следующее достижение. 45 хедшотов. Окей, убито 200... я вот не понимаю, тут 230-40, это что? Это вот что? Это вот сколько у меня сейчас сделано? И сколько нужно? Ну, наверное, не знаю. Так, вы отлично зарекомендовали себя перед Джонатаном Айронсом и готовы к вашему первому заданию в составе сил Атласа. Ну, естественно. Ой, ёлки, мне 6 очков улучшений дали. А чуть так много, слушайте. Наверное, я каждый костюм буду улучшать, потому что иначе я все выучу очень быстро. Так, ладно, давайте сопротивление выучим. Цена... А, все, понятно, цена возрастает. Так, снижает урон от взрыва на 50%, и у нас тут обнаружение гранат и броня. Броня, давай, броня, увеличит здоровье на 10%, вот что мне нужно. Так, улучшить. Следующее... Улучшить, отлично. Броню мы улучшили. Обнаружение гранат это у нас пока не надо. Наверное, мне надо вот к этой, к тряске. Мне к тряске нужно дальше прокачиваться. Так, тут у нас перезарядка, тут у нас... да, хорошая вещь. Так, летальная. Это у нас летальные гранаты. Бег тоже неплохо вполне. Но я все же пойду, наверное... Да, вот к этой, к тряске сначала. Учитывая то, что... Я уже, наверное, в следующем... Ну, после следующего задания смогу ее прокачать. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Ну что же, встретимся в следующей миссии. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Всем спасибо и до следующей миссии.